13 дней уже, сегодня 13 день. Не знаем, где Алексей Навальный, что с ним происходит. Расскажите, какие у вас есть последние новости, если они есть. Мы с Вадимом были вместе вечером день назад, когда я показала Вадиму сообщение, которое мне пришло на телефон. Да, человек местный, владимирский, которого мы знаем хорошо и, в общем, доверяем его информации. Он сказал, что 3 дня я искал, и вот, кажется, я понял, я наверняка знаю, что он в больнице, говорили ребята с этапа, говорили там, говорили здесь, и я сейчас здесь. Сделайте что-нибудь, чтобы меня пустили. Субботы на воскресенье и воскресенье в СИН нет, не работает. Ну, доброе утро, сейчас начнется, сейчас начнем. Вроде бы получается так, что его действительно отправили, Алексея Навального отправили на этап из Мелехова, из АК-6, судя по всему, в пересыльной тюрьме, а Централ, собственно, Владимирский Централ, Ветер Северный, этапом из Твери зла немерено. Это пересылочная тюрьма. Судя по всему, там или на этапе Алексею стало плохо, и я не знаю, и наш источник не знает, как мне там пишут в комментах, что у него с сахаром. Доктора там не было, в смысле, среди наших информаторов. Что-то с сахаром. Не могу не вспомнить Марго Симонян. Рафаэлку, конечно. Рафаэлку надо было скушать, и все было бы хорошо. И тогда, конечно, никакой тюремной больнички. Якобы он там. Что будет дальше, непонятно. То есть его подлечат и отправят дальше на этап, или мы увидим его в больнице. Ну, то есть вот понедельник начинается сегодня. Вот Алексей Горинов тоже пропал, тоже о нем ничего не известно уже неделю. И вообще эта ситуация, она насколько это нормальная ситуация, когда мы не знаем о том, что происходит с человеком? Я бы даже сказал, что нормальная, вот так мы все время говорим. Да, да, нормальная. То есть это связано с личностью или это связано с протоколом? Ну, вообще, когда человек уходит на этап, по российским законам начинается страшная государственная тайна, практически военная тайна, никто не должен знать, куда отправили этап, не знает этапируемый, не знает его адвокат, в месяц отправления знают направление, но редко, когда знают конечный пункт, я думаю, что про Навального, конечно, знают все. Но, в принципе, вот этапирование в России такое. И, конечно, в теплой России будущего. В теплой России будущего мы это отменим. Ну, какая может быть секретность? Я от адвоката, и от всех, куда человек едет. А то, что с Гориновым происходит, и мы об этом ничего не знаем, это прямое нарушение существующих законов тоже. Все-таки, Вадим, скажите, как вы думаете, это такая тюремная уловка, то, что происходит, или это политическое в отношении, в первую очередь, Навального? Ну, смотрите, в отношении практически всех политических узников, политических заключенных, это давнишняя, недобрая, с моей точки зрения, незаконная традиция. Напомню, что в конце 2005 или начале 2006 года, когда еще Ходорковского отправляли неизвестно куда из Матросского централа, изолятор 99/1, тоже никто не знал, все адвокаты стояли на ушах, там 2 с лишним недели его везли в этот самый Краснокаменск, Читинской области на границе с Китаем, и, собственно, уже только после прибытия это стало известно. Допустим, по Владимиру Карамурзе, хотя бы мы знали, в общем-то, что он отправляется в Омскую область, когда 4 сентября его отправили из следственного изолятора «Водник» на северо-западе Москвы, мы знали примерно конечную точку, ну и более-менее периодически как-то отслеживали его по этапу, хотя это не благодаря системе ФСИН, а скорее вопреки, просто удавалось как-то это делать. Но да, в отношении политических узников всегда выстраивается такая вот совершенно странная в 21 веке секретность. И вот действительно это вопрос безопасности. Вот что происходит с Навальным, что происходит с Гориным, с Гориновым, с Алексеем. Действительно известно, что у них не самое крепкое здоровье. И просто, ну, ясно, как беспокоятся родные, близкие и так далее. Поэтому, да, это вот такая, в общем, сложившаяся практика, но, с
моей точки зрения, она не имеет ничего общего. Не должен человек содержаться инкоммуникадо, то есть без связи. Всегда должно быть известно родственникам, адвокатам и так далее, где хотя бы человек находится. А вопрос в процедуре. Сколько может длиться этап? Я понимаю, что ты об этом рассказывал не один раз. Сколько мы можем, ну, как бы фактически по документам ничего не знать про человека, который отправился по этапу? Да сколько угодно. Нет конечной точки. Обычные люди как-то путешествовали из Петербурга в Ярославль 2 месяца. Через Иваново, через бог знает что. Но это же всеновская логистика и бюджетные деньги. Здесь это все. Никто не смотрит, как это можно было бы сделать оптимально и так далее, и так далее. Сколько угодно. А из Беларуси смотрят с таким с умилением на это, потому что месяцами нет связи с политическими заключенными, ничего не знают очень. Это значит, мы приближаемся снова к Беларуси опять. Зато на меня очень сильное впечатление произвел Вильнюсский свободный университет гуманитарный, где все коридоры, в общем, плохо говорить, увешано, да, или украшено, да, там в коридорах везде портреты белорусских политзаключенных, и ты можешь навести телефон и очень много о них узнать, и это очень круто. Я не знаю места, где бы вот висели бы портреты, информация о российских политзаключенных, и вообще-то надо исправить. Здесь важно добавить, что Европейский гуманитарный университет в свое время был выдавлен из Беларуси, они переехали в Вильнюс, собственно, и здесь понятно, что они занимают позицию против репрессий, поэтому там, собственно, эти портреты и появились, и очень, я как бы очень рад, что есть, что у студентов перед глазами каждый день в коридоре есть информация о людях, которые попали в такую ситуацию. И следовать Беларуси, давайте в этом примере, то есть белорусам. Да. Расскажи чуть подробнее про условия этапирования, в каких условиях обычно это происходит? Это Столыпинский вагон, это то, что всегда по условиям этапирования всегда выигрывался Европейский суд по правам человека, всегда. Потому что это Столыпин, и это Столыпинские вагоны. То есть это купе, которые, вот мы знаем купе, что это вот 2 полки, их 3 для заключенных. Лечь там невозможно, они сидят по 12-16 человек вот в купе, и оно зарешочено. То есть нельзя просто выйти пописать, нельзя просто попросить кипяточку. У тебя вот эти вот сидячие места, сухой паёк, собственно, все. И тебя везут от пересылки к пересылке. Ну, то есть от пересыльной тюрьмы к пересыльной тюрьме, и там вот тоже очень сложно, потому что, ну, транзитная тюрьма, ты не можешь там обзавестись нормальным матрасом, там, подушкой, там, каким-то имуществом, распаковать свои баулы, если они у тебя есть. У Алексея никаких баулов быть не может, потому что не было передач. То есть там только сухпаёк и больше ничего. И кто-то не будет ничем делиться на этапе, потому что там каждое яблоко и каждая пачка чая на вес золота, конечно. Это все этап – это очень сложное дело. Еще одна важная информация, про которую я не могу не спросить, хотя я сам сомневаюсь очень сильно. Александр Невзоров публиковал новость о том, что якобы Навальный совершил самоубийство. Как вы думаете, почему, собственно, появился этот текст? Ну, наверное, надо спросить Александра Невзорова об этом. Может быть, можно предполагать, что для привлечения внимания вот к этой ситуации и лучше большее внимание Кузнику и его проявить, чем, ну, так сказать, чем не проявлять. Здесь сложно сказать, не уверен, что это проверено. Надеюсь, что это не проверенная информация. И, скажем так, наверное, все-таки вот то, что Ольга Романова говорит, это больше соответствует действительности, хотелось бы в это верить. Ну а причины появления лучше спросить у Александра Глебовича, как я понимаю. А известно ли что-то сейчас, вот что мы не знаем ни про Алексея Горинова, ни про Алексея Навального, а про Владимира Карамурзу? Что мы сейчас знаем, что происходит? Ну, Владимир Карамурза еще в середине сентября его довезли до исправительной колонии номер 6 Омска строгого режима. К сожалению, достаточно такая печально известная колония. Несколько лет назад не был бунт. И его там, Владимир Карамурзу, везли вот не по несколько человек в этом вагоне, а совершенно изолированно.
он часто вспоминает, как его старший товарищ, несколько лет ушедший от нас, Владимир Буковский, когда его еще в советское время, в начале 70-х, везли по этапу, стоял вертухай и там каждую минуту или каждые 5 минут говорил: «Молчи, закрой рот». Хотя, собственно, он просто сидел в этом стакане или в клетке и ничего и не говорил, и говорить было некому. Вот примерно в таких же условиях везли Карамурзу, в изолированных абсолютно, по прибытии в колонию строгого режима. Кум, то есть зам там по воспитательной части, сразу сказал, что никаких других заключенных ты здесь не увидишь и разлагать никого не будешь, не будешь вылезать из ШИЗО. Штрафного изолятора, так оно и есть. То за расстегнутую пуговицу, то за то, что присел на шконку, обувая, завязывая ботинки. Одна ситуация совершенно уникальная. Там в 5 утра, по-моему, побудка, там определенным сигналом. Сигнал не включили. Вертухай прошел по всем камерам, стуча ключом, кроме камеры Владимира Карамурзы. 8 минут спустя, в 5:08, заходит делегация с двумя видеокамерами: «Карамурза, вы спите, когда уже полагается встать». Вот еще одно взыскание. Таких уже, по-моему, что-то около 8, ну, по крайней мере, более 5 взысканий сейчас, которые наши коллеги-адвокаты, в общем, начинают процесс обжалования в порядке административного судопроизводства. Ну и, собственно говоря, и, конечно, условия близки к пыточным, потому что вот в условиях этих штрафных изоляторов, ПКТ, помещение камерного типа, крытка так называемая, где он находится, там письменные принадлежности выдаются на 1.5 часа в день. Понятно, что для выпускника Тринити колледжа Кембриджа, который, в общем, ведет и большую переписку со всем миром, люди беспокоятся о его состоянии здоровья, он, значит, пишет статьи и так далее, это, ну, действительно, реально пыточные условия. Но, правда, появились прогулки, которых он так ждал по порядка часа в день в этих условиях. Но самое главное, что состояние его здоровья, именно тяжелейший диагноз — полинейропатия, развившийся в результате двух отравлений, как известно, в мае 2015 года и феврале 2017, он вообще несовместим с отбыванием какого-либо наказания. И вот мы, его адвокаты, сейчас тоже будем с этим разбираться. Я хотел спросить по поводу как раз времени на то, чтобы писать, ну, что-то делать для себя. Насколько я понимаю и вижу ситуацию с другими политзаключенными, то администрация колонии делает все для того, чтобы человека, не знаю, забить работой, чтобы вот у него ни сил, ничего не оставалось для того, чтобы ответить на эти письма. И это тоже система в своем роде. Так ведь? Ну, политзаключенных все-таки стараются на работу не выводить, потому что они туда попадают в коллектив и могут все разложить. Но вот единственная история вот сейчас вот с Яшином, которому предложили строить бараки. Но я думаю, что было понятно, что он откажется, сам виноват. Да? Мы же все сделали для того, чтобы человек был трудоустроен, а он не хочет строить бараки. Кстати, я хочу сказать, что вот все-таки возвращаясь к Владимиру Карамурзе, полинейропатия, вы понимаете, это заболевание, оно входит под номером 29 в список заболеваний, там стоит печать, подпись, да, правительства Российской Федерации, список заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания в местах лишения свободы. Это заболевание, которое есть у Владимира Карамурзы, оно там, да, черным по белому, и нельзя, он не выдержит долго, да, не выдержит. Нельзя быть в тюрьме с этим заболеванием, надо в больничке быть.